Missing понравилось, которое большое.
литра, 2 литра 160 рублей. 2 литра вот такого. Она такой. Давай такой тогда. А Рик, он нормальный? Или тот, который там какой-то? Слобода. А Слобода почти. Ну, 164. Какой народ?
пьем бульон. А мне понравилось такое в квадратике, в котором пломбир, да? А, да. Ну, то, что так сильно. А, вон булавку видишь? Шоколадный, крем-брюле, объем ванилька. Нету белого. Да, да. Блин, вообще не пьем. Был шоколадный крешки, что ли? Тебе белый пломбир понравился? Да, 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 да. Мне не белый пломбир понравился. А вот смотри, коровка из коренки есть. Вот такой снежный. Ну да, да. Вот здесь другие. Да? А ты прошлый раз такой брал? Да, но он весь без акции вообще. Во-вторых, оно мне не понравилось по качеству вообще. А вот этот Петрохол. Такой хороший. Ну, раньше было по качеству, сейчас не знаю. Ну, это же такой же, только вафельки с двух сторон, да, ага. Да. Не хочешь? Нет. Ну, можно тогда, не знаю. Когда будет дано, так. Ну, вот это три, они одни такие, да? Один вкус. Вот такие вкуснотеево, можно попробовать с ванилью. А он точно без кокоса? Без кокоса. Ну, вкуснотеево тоже неплохая фирма. Mm-hmm. Не знаю, что такое. Савушкин кокос, кокос миндаль. А, ну вот, не кокос. С кокосом. А такое сгущенка. Вот какао, кстати, твое. А сгущенное есть? Вареное. А, вареное, да. Какие-то такие. Это смешно. А было смешно? Что-то.
ореховый. Где? А, ореховый. Там орешки сверху. Там орешки сверху только. Ну, если тебе нравится. Я не помню, какой из них я брала хороший. Еще есть австрийский. Арахис, конечно, я не очень люблю. Просто качество вафли. Неважно. Я не понимаю, какие они. Это я знаю, но это мне вафли не очень нравится. Медовый еще вот, есть. Вот как нарисовали, вот такой мне нравится. Он такой похожий на такой, как... Тогда такой возьми. Такие, может, да? Вишенки? Ну, скажи там это. Ну, я бы, да, с вишней, наверное. Да, ты какая-то. Thank you.
Thank you.